сегодня у нас здесь плюс 18 на солнце, как сказали вон там мужчины, которые купаются. Теплынь такая, ветра нету, море спокойное такое. Ну и мы свои спины греем, наслаждаемся морским воздухом, дышим и загораем. Сегодня мы прогуляемся по поселку Хоста и по санаторию с Хоста. И я покажу, как здесь растут бананы в декабре месяце. Их называют еще бёсты от слова банан. Вот они, растут бананы. Вот плод такой. И там маленькие такие бананчики. Вот они. Вот, сколько их много. Вот здесь целое посажено много растений. Вот они растут. Так, вот они сбрасывают свою. Вот они. Плодоносят. Упала, наверное, с этого плода. Видите, какой плод. Плотный такой. И здесь вот я понимаю, что семена вот эти, да. Там маленькие бананчики растут. Вот я сейчас приближу. Вот они, маленькие бананчики. Вот их сколько много, прямо на ветке. И сам цветок, это считается цветочек. Красиво так смотрится. Вот такие бананы растут в Хосте. Цветет. Мы сейчас его раскроем, посмотрим. Вот такой вот плод. Банан. Вот там цветочки какие-то в нем интересные. Вот такой, а тяжелый. В руке прям не умещается. О! И опа! Цветок. Вот такой. Вот он. Какой красивый банан. А там он маленькие растут, зелененькие бананчики. Вот они. Вот такое растение, банан. Интересно. Вот они, бананчики маленькие. Но они не успевают созревать. Вот они. Сейчас внутри попробуем, посмотрим, что там. Раскроем. Ого, раскроем. Ничего себе. Вот оно. Ну, явно недозрелый. Ничего внутри там нет. Мякушка какая-то вот. И все. Вот такой вот банан. Он не дозревает. Вот такие бананчики растут в Хосте, но не дозревают. Мало дней теплых. Такое растение банан растет на каждой улице с такими вот цветками красивыми и плодами. Маленькие, как видите, бананчики, но они, к сожалению, несъедобные.